Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я буду пересаживать свою сансу. Вот так вот у меня есть два растения. Когда-то у меня было очень большое растение, и оно очень красиво цветет, и оно у меня цвело. Если я найду у себя фотографию, то обязательно вам ставлю. Ну, а если нет, то извиняйте. Но потом, как знаете, как всегда бывает, пришли гости, ой, какой цветочек, а можно отросточек. Я говорю, ну хорошо, мне не жалко. Я поделюсь отросточком, когда буду пересаживать. В общем-то, поделилась я отросточком. И все, друзья, на этом моя красивая санса начала чахнуть. Вот с тех пор я никому не раздаю просто так свои отросточки. Вот так вот. Но сейчас я разберу сначала эти горшки и буду вам показывать, что я буду делать. Ну что, друзья, смотрите, я разобрала, вытащила, в общем-то, вот этот, наверное, мне придется обрезать и поставить на укоренение, потому что видите, какой он? Нет, вы не видите, вот. Видите, вот здесь. Он все время падает. И вот этот, наверное, обрежу. Остальные все посажу точно в такой же горшочек. Вот. И посмотрю, как они будут расти. Конечно, что мне вам сказать. Раньше корни у этих растений, когда был, в общем-то, красивый у меня цветок, были совсем другие. Ладно, сейчас сажу и вам покажу. Я уже в горшок насыпала немножко земли. Сейчас я вот эти вот отрежу, которые я вам говорила. Поставлю их на укоренение, наверное, совсем какой-то маленький горшочек. А эти посажу сюда. В общем-то. Вот так. Надо еще подсыпать земли. Вот. Ой, я этот отрезала. Ладно, я его тоже отложу. Немножко резанула. Так. Немножечко резанула. Ну, ничего страшного. О, он сам отвалился. Ладно. Так. Вот так, скорее всего. И вот так вот буду засыпать. Немножко неудобно мне, конечно. Так, друзья, я пересадила, а вот из двух горшков вот такой вот у меня получился один. И знаете, когда я уже, в общем-то, посадила этот цветок, мне пришла такая мысль, что не совсем, наверное, удобные горшки я все-таки купила, потому что они, видите, какие, вроде бы попка круглая, а кверху немножко они зауженные. В общем-то, при следующей, наверное, пересадке мне не совсем будет удобно, в общем-то, пересаживать. Ну, уже, как говорится, что имеем, то имеем. В общем-то, вот так вот посадила. Сейчас несу его на балкончик, постоять немножко на балкончике, потом решу, куда его поставить на постоянное место. Тоже буду вам, в общем-то, иногда показывать,
рост, что с ним происходит, как он растет. А сейчас я пойду возьму бутылку и пока в бутылке посажу, в общем-то, те, которые я поотрезала. Друзья, показываю, как я посадила вот эти два отрезанных стручка, как я их сказала, назвала, от сансевьерии. В общем-то, вот так вот я их посадила в бутылку и накрыла бутылкой. В общем-то. И сейчас поставлю их укореняться. А на этом буду, друзья, заканчивать свое видео. Всем спасибо за просмотр. В общем-то, если понравилось вам видео, поддерживайте канал, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии. Вот. Я все читаю, все комментарии, всем стараюсь отвечать. Вот. Ну, а на этом все. Будьте здоровы, берегите себя обязательно. Это сейчас самое-самое важное. Ну и до следующего видео. Всем пока-пока.